Привет! Сегодня поговорим о машинках бренда Wall. Это беспроводные аккумуляторно-сетевые машинки. Wall – это фирма американская, то есть из страны победившего маркетинга. Соответственно, частенько фирма занимается тем, что выпускает целую кучу однотипных машинок, отличающихся минимальными деталями. Но, тем не менее, с разными названиями, с разной целевой группой. Но давайте посмотрим. Сегодня на обзоре целых 4 машинки, которые, если смотреть в профиль, практически ничем-то и не отличаются, кроме небольших отличий в цвете. И давайте для начала перечислим, что же у нас попало на обзор. Итак, первая машинка – это Super Tapper Cordless. Беспроводной Super Tapper – это была, наверное, первая машинка в этой серии. 90 минут работы от литий-ионного аккумулятора, 2 часа на зарядку, мощность двигателя порядка 10 ватт. В принципе, неплохая машинка, несмотря на угловатую свою внешность, довольно-таки неплохо лежит в руке. Но Wall не было бы Wall, если бы не решила срубить бабла на ровном месте и перевыпустила эту же самую машинку под названием Wall Super Tapper 5 Star. Да, перекрасили машинку в красный цвет, добавили 5 звездочек на корпусе. Правда, звездочки эти примерно через месяц активного пользования стираются, так же, как и все надписи на белом корпусе. То есть, через некоторое время здесь будет просто белая крышка, здесь будет просто бордовая крышка, такая металлик немного цвет. Дальше, следующая машинка. Следующая машинка – это Wall Designer Cordless. Довольно-таки схожа по оформлению, отличается от Wall 5 Star Super Tapper Cordless немножко цветом посветлее, да, ну и, собственно, цветами, надписями. И последняя машинка, одна из наиболее популярных и дефицитных машинок на сегодня в семействе, Wall Cordless, это Wall Magic Clip Cordless. Здесь точно такой же бордовый корпус, как у Super Tapper 5 Star, только здесь добавили еще и такую вот хромовую соплю. Кстати говоря, у фирмы Wall есть еще и пятая машинка. Wall Sterling 4. Отличается она цветом корпуса, черный цвет с такой же хромовой соплей, которая может заменяться на вставки другого цвета, которые идут в комплекте. Там красное, фиолетовое, еще что-то там. Да, цвет самой крышки черный. Теперь давайте посмотрим, в чем же сходство и отличие этих машинок. Итак, все, что внутри корпуса, у нас одинаковое. Давайте, чтобы убедиться в этом, отвинтим крышки и посмотрим, что же у нас скрывается под крышками этих машинок. Итак, вот у нас две машинки. Super Tapper Cordless обычный, который поставляется в Европу и в Англию. И Super Tapper 5 Star, который поставляется только в США и Великобританию. Здесь мы видим, что отличий, в общем-то, никаких. Ну, вот одна резиночка другого цвета, но, я так подозреваю, просто разная партия и не более того. Ножи у машинок одинаковые. Единственное отличие, на 5 Star версии у нас винт был под крестовую отвертку. Здесь у нас под шестигранник. Ну, кому что удобнее, большой вопрос. С одной стороны, крестовую найти проще, с другой стороны, шестигранник, он не срывается, он надежнее. Дальше, дизайнер. Может, здесь у нас случится чудо, и мы увидим что-то другое под крышкой. Нет, странное дело, но здесь мы видим все то же самое. Точно такой же мотор в защитном кожухе, элемент питания и небольшая очень микросхемка. Причем здесь мы видим, что электроники минимум. Скорее всего, здесь отсутствует плата регулировки оборотов, то есть в отличие от Chrome Style, от того же, здесь нет системы поддержания постоянной скорости у двигателя. Соответственно, что простой волос, машинка работает 10 Вт.
выдает на мотор, что какой-то будет более сложный волос, все равно будет потреблять 10 Вт, мощность не увеличивается. В отличие от некоторых других машинок с продвинутой электроникой, которые регулируют мощность на моторе в зависимости от того, какой там волос, какое сопротивление резания. Если мы вскроем Magic Clip, то мы увидим все ровно то же самое. Да, обратили внимание, вскрывается он немножко по-другому. Сдвигается пластиковая вот эта вот накладочка хромированная. И под ней прячется еще один винт, чтобы если вдруг у вас случилась беда, машинка сломалась, гарантия на нее кончилась, приходится самому в нее лезть, то чтобы знали, где все это искать. Снимаем крышечку. Может, все-таки Magic Clip, это самая новая машинка, здесь что-то изменилось? Заглядываем, нет, здесь ничего не изменилось. Вся та же самая компоновка, такой же двигатель, такой же аккумулятор, та же микросхема, никаких отличий нет. В чем же все-таки отличие? Первое, главное отличие, это, конечно же, ножи, которые установлены на этих машинках. Давайте взглянем. Ножи, мы уже сказали, что у супертапера европейского, обычного беленького, и супертапера американского или великобританского, если хотите. Ножи одинаковые, здесь используется стандартный для большинства машинок Wall нож, точно такой же, как на проводном супертапере, относительно толстый, с гармошкой для охлаждения, то есть это нож для снятия массы. Другая картина у нас у машинки Magic Clip Cordless. У нее используется специальный нож для снятия массы. Он, этот нож, более тонкий по сравнению с супертапером. И на нем отсутствует гармошка. То есть такой нож будет у нас быстрее нагреваться и хуже охлаждаться. Дальше. Что еще? Дизайнер у нас остался. Вот дизайнер — это самая хитрая машинка в данном плане. Здесь у нас нож без гармошки, как у Magic Clip, но он более толстый. Причем он получается даже толще, чем у Supertapper. Да, то есть здесь гармошки нет, но тем не менее металла довольно много, большая масса, большая толщина, поэтому нож этот нагревается мало. Получается, что данный нож имеет промежуточное положение между ножом для снятия массы и ножом для фейдинга. Кроме того, обратите внимание, данный нож имеет не два отверстия, а три. Эта система используется на некоторых машинках Wall для более простого выставления ножа. То есть здесь его крепим, ошибиться, сдвинуть влево-вправо не получится. С другой стороны, здесь не получится и тонкой регулировки ножа. Там поменьше, побольше длину среза поставить. Хорошо. Итак, машинки внутри абсолютно идентичные. Отличаются только ножом. И, кроме того, отличаются они комплектом. Супертапер машинки. Что обычный, что 5 звезд, у нас имеет одинаковую комплектацию. Это 4 насадки, 3, 6, 10, 13 мм масла, кисточка. Кроме того, бонусом к этим машинкам идет такая вот расчесочка для стрижки в технике, машинка над расческой. Дальше. Magic Clip Cordless. Из-за чего, собственно, все гоняются за этой машинкой? Это из-за комплекта премиальных насадок. Насадки выполнены из стеклопластика, которые более долговечные, они имеют скругленные края, они не махратятся, они не царапают кожу клиента. Кроме того, у них металлическая застежка, которая позволяет более надежно крепить эти насадки на ноже машинки. Здесь используется расширенный комплект насадок. Если у супертапера всего 4 штуки, здесь 8 штук. Это размеры 3, 6, 10, 13, 18, 25 мм и 2 промежуточные. 1,5 мм
и 4,5 мм. То есть комплект специально для фейдинга. Ну и наконец, машинка дизайнер, которая вообще говоря не продается в России, продается только в США. Содержит точно так же в своем комплекте 8 насадок, никаких расчесок. Насадки те же самые по номерам, что у Magic Clip, но уже не премиальные, а обычные. С другой стороны, надо отметить, что и Magic Clip в США используется, не используется, а продается с обычными непремиальными насадками. Насадки там продаются отдельно. Насадочки 3, 6, 10, 13, 18, 25 мм обычные черного цвета. А промежуточные насадки, они более светлые, белые, либо серые. 1,5 мм серого цвета, 4,5 мм белого цвета. А здесь у нас полностью из ABS пластика насадочка. Защелка также из пластика. Никакой расчески ни здесь, ни здесь нет. Итак, получается, что Wall выпустил 5 практически одинаковых машинок. 4 из которых мы сейчас увидели, 2 супертапера абсолютно одинаковых, отличающихся только цветом крышки, Magic Clip, который предназначен уже не для снятия массы, как супертапер, а для фейдинга. Да, если снимать массу, здесь тонкий нож быстро нагреется и не будет остывать, потому что нет ребер, нет гармошки. И, наконец, дизайнер, который занимает промежуточное положение. То есть, если вам нужна универсальная машинка и для снятия массы, и для фейдинга, то, наверное, вот стоит посмотреть на дизайнер. На этом, пожалуй, все. Подробные характеристики можно посмотреть на нашем сайте Енот Постригун. Ссылки на данные товары с описанием можно будет посмотреть в примечании к видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Енот Постригун. Ну и добавляйтесь в друзья, вступайте в группу ВКонтакте, группа Енот Постригун. На этом все. Пока-пока.